И в этом случае это легализация, это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб в Берлинской клинике. Он пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. А если это правильно, ну тогда это любопытно. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Понимаете? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. А так